Всем привет! Бытует мнение, тем же заняться на самоизоляции. И я решил поиграть в пасьянс, паук. И не просто поиграть, а записать мое прохождение этой увлекательной игры на видео. Играем две игры. Первая игра в одну масть, а вторая в две масти на одном и том же уровне. На уровне сложности высокий. Ну поехали, чё. Так, запись идет. Попробую без подсказок. Ну, настолько, насколько это получится. 7, 8, 9. Так, 10. Дама на короля. 3, 4, вижу четверку, 2, 9, 2, 6, 5, нет, что нам посоветует компьютер? О, как я проглядел, конечно. 5, 6, 6, 6, 6, 9. Да, интересно, без подсказок играть, конечно же. Или при минимальном количестве подсказок. Так. 9. Что же мне делать? 8. А, нам подсказывает, что надо делать раскладку еще одну, то есть. Так, 6, 4, 4 на 3. Так, король, дама, это понятно. 5, 4, не, не там, 4, 3, 2, и у нас первая сложенная колода карт. Отлично. 4 теперь. 3, 3 на 4, вижу. Так, теперь нужно где-то 5 высветить. Где? Нет, 5, нет. 6, 7, 2. А, 3, 2. Да, вот. 6, еще одна шестерка. Куда же я? 9, воспользуюсь подсказкой. Да, не увидел девятку. Да, девятку и десятку не видел. 3, 2. Туз. Или все-таки лучше сюда. Опять дама. Куда же мне ее приструнить? Непонятно. Ага. Так, ага, на короля. Вот. 7, 6 на 7. 8. А где же 8? А 8 нет, и нет 5. Запутался. Я запутался. Ну и самое время нам брать подсказку. Ага, ясно, да. Число. Опять дама. Да что ж, опять дама? Дама. 7, 8 нужно. Восьмерка нужна позарез, но ее нет. Еще раз дальше. Четыре. А где 3? А, 6, 7, 7. Ну, на та же беда, нет восьмерки, к сожалению. 6, 7. 10 на Джокера.
Четыре. Три. Семь. Да, нет. Шесть. Ну, я надеюсь, что будет восемь. Дам, это что ж такое? Десять. И пять нет. А, девять, наверное, десять. Семь. И чё мне это? А, ну хотя тут Джокер есть, естественно. И дамы еще. То есть это, в принципе, можно даже вот так сделать. Нет. Еще выкладка. Пять. Семь. А вот и восьмерочки появились. Отлично. Восьмерка на девятку. И тут Джокер. И здесь десятка. И тут девять. И пять. Тип четыре есть. Все есть. Отлично. Еще вторую карту мы разложили. Расположили, раздолбили. Называйте как хотите. Так. 10. 8. 7. 6. 5. Да что ж у меня сорвалась мышка. 4. 3. 2. Да, три карты уже есть. Должно быть 6 и даже больше. Так. Разложили, да. Мне иногда я не могу выговорить слова. Почему так получается? Дикция плохая. Ладно. Отвлекаемся. Так, 10, двойка. Дама на король лезет. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7. И опять нам нужна восьмерка, и опять ее нет. А я не понимаю, зачем мне сейчас нужна опера? Мне пока она не нужна. Так. Семь, два на три. О, как я мог победить, да, 6 на 7. Или даже вот тут на 7, чтобы было. Так какая разница получается. Так, ну Джокер-то, да, это понятно. Дальше это здесь 10. Что новые карты нам готовят? 7-8. А ну полезай сюда. 5. 4. 5. Так, это сюда. 10. Король здесь 5. Ну, есть 4. Ну, есть сюда. 5 должно быть. А. 7, 7, 10. Валет. 5. 5. 9. 9, 9. 7. 7, 7, 7, 7, 7. Ну, а 6, я если 6 еще. Так, и что это? Меняет картину? Тройка нужна, ее нет. О, 8 на 9. 4. А тройки нет. Да, двойка с тузом есть, а тройки нет.
И у нас все карты из колоды мы вытащили. Так. Два. А вот и тройка. А вот восьмерка. Неужели я опрометчиво сделал уровень сложный, а? Я же вроде в две масти на сложном тоже играю нормально. Пять. Пять. А, 3-4 вижу, вижу. 4, теперь 5. Вижу 6. Вижу 7. Вижу 8. Так. 5, 6, 7, 9. 9 и вижу 10. Четвертую колоду мы успешно разложили. Так, 4, 3, 2. И тут. Ну, конечно же. Пятую, пятую. Так. Король. 5, 4. А тройки у нас нет. У нас нет троек. Ну давай, тройка, ну, восьмерка. Ну хотя, в принципе, сюда тоже подходит. И сейчас надо так, я двойку сюда сделаю, потому что мне нужно, чтобы выход на даму. А теперь король. Вот так вот, чтобы было. Восемь, теперь нужно семь. Вот она, семь, четыре. А вот тройка, отлично. Два. И нет туза. Нет туза в рукаве. Шесть. Но я надеюсь, это будет тут. Отлично. Все идет. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть мы успешно карт сложили. Это главная цель игры. Сложить все карты. От короля до туза. Хотя туз должен быть выше вроде как короля, но тут сделано именно так. Так. А, тройка, двойка сюда. Это все. 4, 5, 6. 7, 9, 7. 8, нет. Нет. Туз. 6, 7. Складывается у нас колода. Дама. Джокер. Король. 5. Семь. Еще один король. А мне некуда его приструнить. 4. 4. Ну-ка. Дама. Понятно, сюда. Джокер, понятно, тоже к ней отправляется. 10, 9. Восьмерки нет, но есть тройка. Ее мы сюда. Тройку. Двойку. Пятерку. Шестерку. Семерку. Восемь. И у нас все получается отлично. И вот так. Красиво. Три, четыре, пять, шесть. Седьмая раскладка. Так, восемь. И мы справились за 1085 ходов на уровень сложности высокая при одной масти и затратили на это почти 14 минут. Победа! Ура! Красивый салют! Ну чё?
Теперь попробуем где мастер. Снова игра. А, баллы прилучаем призовые, конечно же. Достигаем 6 уровня. И усложняем себе игру. Теперь две масти. Две масти. И также уровень сложности у нас высокий. Поехали. Ну вот, еще рекламу. Смотри, ну и нахрен. А я не могу ее убрать, а. Так. А, не могу. Да что ж. Что ж такое? Понапихают рекламу, а. Сейчас она пройдет. А, все. Ну-ка, давай, давай. Уровень сложности мне повышай. Ох, какой-то бзик игры. Да не нужны мне эти ваши випы. О, випы, випы предлагают, блин. Еще рекламу в карты. Додумались рекламу в карты засунуть, блин. Так. Ну что, играем? Теперь особенность так, что вот можно, например, чтобы вот, например, девятку можно, чтобы сюда вот так вот быть. Но все равно считается, чтобы карты должны быть одной и той же масти, хотя можно, например, девятку виней передвигать на десятку червей. Ну и так, особенности игры. Теперь приступим к самой. 10, 9, 8. Так. 7. 6. Ну-ка. Подсказочку. Десятка. И о, сразу раздача идет у нас, да? А если друг... Нет, все равно раздача у нас. Так, ну это понятно, что здесь сюда джокер. Давай-ка я проглядел. 4, 2. А, тут сюда можно, но притащить нельзя. Блин. А, вот сюда можно тоже. Отлично. А, двойка теперь. У нас некуда ставить ее. 8. 6, 7. Тройку. Тройку сюда. И вот теперь четверку. И теперь 5. И вот 6. Три. Десять. А что нет? То есть восемь. А, вот восемь, семь, да. Семь нужно шесть. Пять. Я видел еще одну семерку, ну ладно. Это не у меня дошли. Так, драма. 5 7 8 9 4 5. Некуда их ставить.
Да. Надо вот этих карт избавляться, которые вот тут скрыты. Чем больше от них избавляешься в самом начале, тем проще потом будет играть. О, я хотел... Еще косынка мне вспомнилась. Ну ладно, мы в паука что не рубимся. В косынку мы не будем играть. Так. 6. 6 на 7. Еще одна семерка. Да куда же я ее пристрою-то? А, вот сюда, так. Ну ладно. Так, дама. Король. Сейчас надо подумать, открытое пространство что давать. 6, 7, 10. Короля. А, да, вот так вот. Нам нужен король. Да, вот так вот. 5. 5. И вот сюда. Мы 4 построим. 2. У нас. 6. Красная 7 нужна. 4. 3. 4. Итак, 10 сюда. Ну хотя зачем усложнять? Может и не надо. Да, а может и надо. Может быть и надо. Дама пуста. Нет, все-таки. И не надо, ладно. И раздача у нас. И у нас раздача. 10, 9, 5, 4. Вот 5, 4. Так. Джокер, дама. Вот есть дама. Есть десятка. Есть девятка. Нет, восьмерки. 5. 4. Пока все глухо. А, вот я вижу, да, я увидел, но 5-4 так тоже можно, да. И мы вот перетаскиваем пятерку на шестерку. 4-5. О, вот. 4-5. Или даже сюда. Отлично. Есть первая раздача на втором уровне сложности, как бы. Так, 7, 5, 6, 4, 9, Джокер. А, ну да, вот надо десятку сюда, чтобы вот здесь вот подвалил Джокер у нас. 4 сюда, потом 3 и 2 сюда. А что 5? Опять нужно 6, да? А 6 нет, так как раз черных. Ага, 5, 6. Теперь нужно 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Теперь мне не задача семерок. Итак, 10. 9, где девятка? Есть девятка. Так. 8 нет, 8 нет. 5. Ну вот сюда, да. 6. О, семерка появилась, красная. Так. 7. 4. Теперь 8 нужно. Ладно, так. 10. 10. А зачем нам 10? Ну, еще, чтобы еще одно поле освобожу. 7, 8, 9, 10, 4, 3, 2. И не хватает нам только красного короля.
Так. Да хотя. 5, 4, 6. Ну-ка подскажите. Десятку? Да, в принципе, можно и тройку сюда. Сюда. И теперь надо кого-то освободить, так сказать. Если я освобожу 5 на 6, у меня нет. Так, 6 нужна семерка красная. И тоже нет. Вот тут десятка короля нет. Пока, в принципе, это довольно бесполезно. А эту тройку. Ну-ка, давай, король. Нет, 4. 4 на 3, естественно. О, и еще одна рука. Семь на восемь. Шесть. Шесть на семь. Шесть на семь. Восемь. Нужна девятка. Семерка сюда. По-прежнему. Девять. Нет. 6. Еще раз дача. Еще раз дача. 8. Вижу 8. Вижу, теперь появился король, но в недоступном месте. Ой-ой-ой. Ну как же так-то, а? Туда надо выходить. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, это мы сюда. И это мы сюда. Чё нет-то? Джокер должен быть. 8. 7. 8. 9. Это 9 на 10. Да, 7. Теперь 6. Нет, если получается. Ай, что ж такое-то? Да что ж такое-то, а? 9 сюда. 6. Никак не соображу. А, король сюда. Король Джулиан, естественно. 6. Не-не-не. Так, если мы сейчас уберем сюда туз. Что же нам у короля получается, да. Ну и что тут будет с шестеркой? Куда я ее дену? Или вот с этого поля? Да, тут есть уже раздача. Да, вот оно что. И мы здесь 10, вот. Есть вторая раздача, наконец-таки. Да, отлично. У нас теперь 6. И чего? А, вот оно что, 6, да, сюда. 6. Наконец. Что нет? Что нет? 8. Да ладно тебе сюда. Сюда. Ну тогда нет освобождения, что ж. 5. 6, 5. 4 теперь должно быть, да. 3 есть. Есть 8. А вот, ежели 4. Где была тройка? Где-то она хитро спрятана была. Нет тройки. Нет тройки, увы. А, тройка это черная масть. Ясно. У меня так три туза стоят. 6, 7. 8.
8. И что же нам это даст? 8, 9, 10. Тройку, пятерку. А, вот нам что это даст. Вот, ага. Увидел, увидел, да. Десятка, дама. И причем дама, блин. Этот джокер мы вот сюда. И еще у нас туз. Да. Третья раскладка есть. Хорошо. Третья раздача. Я раскладку почему-то называю. Так. Четыре. А почему я сюда должен? Вот у меня король. Это сюда наоборот надо. Пять. Давайте запасать какой-нибудь. А, да. Шесть, восемь, девять. Шесть, пять. Нет, пяти. А куда я? Ну хорошо, а куда я дену туз? По-вашему. Вообще какие-то мудрые советы. Ну что, серьезно? Надо об этом как-то подумать, но уже 4, 5 нет. Тут у нас тройки, ее тоже нет. Наверное, да, еще одна раздача нужна. 9, 6, 5. 8 это 7. Это 9. Здесь король должен быть. Восьмерка сюда. Тут и опять нет четвёрки. Ага, вот, увидел. Так, тройка, двойка сюда. И теперь... Что ж теперь? А где тройка? А, это я опять перепутал. Ой-ой-ой. Ну, четверка все равно в пятерку сюда. Шестерка. Так. Не-не-не-не-не-не-не-не. Восьмерка. Угу. Все у нас королю. Туз. И вот статус. Джокер. Десятка. Это к девятке, но ее нет. Ага, нет, есть. Есть. Есть, я проглядел. И даже можно вот так вот. Пять. Четыре. Вот. Четыре, от тройки нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так. Шесть. Что нам посоветует? Десять. Да, сюда. Двойка. Но нужна тройка, а не двойка. Шесть. Шесть еще. Еще это я сюда пока пристрою. А вот это пристрою сюда. Так. Ну и нужна тройка. Еще одна двойка. Еще одна двойка. Уже не пойми куда. Сюда. Еще одно поле освобождаем. Девятку. Девятку на десятку. А тройки как не было, так и нет. 9. Неужели я себя в тупик загнал, а? Ну и что нам это даст?
Так, ну, освобождаем его. Что дальше? 6. 7. А, вот дальше. Вот оно. Вот где. Отлично. Так. Шокер. Дамы нет. И тройки у нас тоже нет. Так. Семь. Пять. И куда эту я опять дену? Шесть. Семь. Король. Семь. Восемь. Девять. Дама. Да, печально будет, если проиграем, конечно. Дама и король. Сюда тоже. Четыре. Ай-яй-яй, проиграли. Ай-яй-яй, проиграли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, ну что ж. Больше ходов я превысил лимита по ходам. И проиграл. Ну что ж, выиграл и проиграл. Все вполне заслуженно было. Спасибо за внимание. До встречи в эфире и в интернете.